Мать его, босс! Это босс! Добро пожаловать в игрушку Нубик против зомби. С вами Колодриди, мы продолжаем играть. Всем приятного просмотра. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Глава 1, 5 уровень. Начинаем. Боже мой, куда я попал? Вау, я в пещере, отлично. Давайте немножко изучим. Ой, пошли уже. Так, нормально. У меня сейчас пистолет довольно-таки сильный. Он справляется с зомбарями. Зомби-фер... Ух ты, как красиво, слушай. Какая красота. Вторая часть определенно намного лучше и красивее первой. Посмотрите, как здорово сделали. Если будет третья часть, Нубик против зомби, я думаю, это будет просто высший пилотаж. Давай посмотрим, что у нас здесь. О, дробь. 14 у меня патронов. Так, давай, знаете, что сделаем? Так, бам, отлично. И добьем, наверное, пистолетом. Вот. Замечательно. Аккуратно. Раз. Ну, скелета легко убить. Всего лишь. Два патрона нужно. Так, ладно. Этого зомби так завалим. Хотя тут мы можем... Ну-ка, отлично. Мачете, давай, мачете. Раз. Сейчас второй раз. Два. Замечательно. Будем аккуратнее играть. Игра не такая уж легкая. Нужно правильно. О, жизни. Это хорошо. Блин, а! Нет. Он просто упал, слушай. Я не готов был к нему. Он резко выбежал. Так. Давай поджарим немножечко. Бэдабум. Возьмем дробь. Боже мой! О, успел среагировать. Чуть хит не получил. Я не заметил, это же лава, я не заметил ее. Продолжаем играть, сейчас я постараюсь поаккуратнее. Бадабум, бадабам. Так, и добиваловка. Опасно, опасно, пускай они пройдут. Замечательно. Так, дробь наготове, держим всегда. Раз, два, отлично. И добивание. Замечательно. Так, ну все, будем сейчас повнимательнее. Там лава, нужно аккуратнее с ней. Раз. Ну давай, ну-ка. Да блин, все-таки. Подожди, а там яблоко 100% дадут? Там 100% яблоко дадут? Да блин, меня сейчас съедят, короче. Что-то я боюсь. Давай так паучков убьем. Раз, два. Отлично, давай еще разок. Вот, замечательно. Так, ну-ка. О, яблоко взяли. Где он? О, хорошо. Вот здесь поаккуратнее с лавой. Отходим. Так, можно умереть. Так, хорошо. А, сейчас пойдут, да? Ну, где они? Так, может они, подожди, может они умрут, нет? Не, не умерли. Нет. Боже, капец какой-то. А, они, нет, я думал назад пойдут, умрут. Какие умные. Ой-ой-ой, главное не упасть. Сразу погибнешь. Дробь. У меня много дроби, в принципе. Можно не жалеть ее, да? Так, хорошо. Ну-ка, что там у нас? Так, кристалл, это хорошо. Бадабум. Бадабам. Я автомат хочу. Слушай, прикольно с автоматом будет. Отлично. Какой-то станок. Ёлки-палки. А, они дальше не могут пойти, да? А что такое? Станок какой-то. Мы никак ничего активировать здесь не можем? Вроде нет. Ой, опять оп... Так, блин. Я смогу встать сюда? Вроде да. Так, аккуратно. Давай на всякий... Дробовик возьмем на всякий случай. Так, хорошо. Прыжок.
Бам. Скоро, ребятки, мы купим вот этот вот револьверчик за 600. А дробовик, автомат, топор и доп. Жизнь пока что мы не можем взять. Может быть, во второй главе, я не знаю. Было бы здорово. Пока что старт, первая глава, 6 уровень. Так, ну-ка. Нам вниз падать? Не, мы падаем. Там яма, там пропасть. Опять. Опять заново, да? Вы издеваетесь. Вот, отлично, допрыгнули, неужели? Так. Замечательно. И что, скоро будет револьвер? Вот тогда мы им покажем. Раз, два, три. Ну-ка. Четыре. Пока что с четырех выстрелов погибают. О, дробь дали. Замечательно. А, там кто такой? Блин, скелет. Все-таки ударил разок. Яблоко взяли. Замечательно. Выходим. Боже мой! Быстрый! Быстрый зомби! Зараза! Все-таки ударил меня. Укусил разок. А я могу прошибить дверь? А можно прошибить с дробовиком. Так. Неплохо. Подожди, а мы можем... У нас два пути. Можем через окно... Я не... А, тут закрыто окно. Окно закрыто. То есть через низ по-любому надо. Ой, опасно, опасно, опасно. Назад, назад. Тут тоже очень аккуратно надо. Можно упасть вниз. Так, все, взяли монетку. Хотя, что я делаю? Блин. А, вот все, взорвали. Ой-ой! Ой-ой-ой! Замечательно, идем дальше. Сразу наготове дробовик. Какая замечательная лавочка, можно посидеть отдохнуть. Так, а что с этим-то делать? Наверх мы пока что не сможем подняться. Я думаю, тут дробь пригодится. Ой-ой, ой-ой, ой-ой. Так, пистолетом добиваем. Пистолетом классно добивать. Так, вот отлично. Слушай, а, подожди, может быть... С помощью... Ну-ка. Не, надо тебя как-то поставить. А с помощью урны можно как-то залезть, слушай? Или с помощью колеса? Там что-то интересное. Блин. Как-то на урну встать можно же, да? На урну мы встанем, нет? Слушай, ну я туда не могу попасть. Я не знаю, как наверх-то попасть. Без понятия, слушай. Ну явно как-то можно туда встать. Ладно, это, видимо, какой-то секретик, не могу понять. Может быть, с помощью ящиков? Патронов прям идеально хватает, прям дофига патронов. Даже можно дробь, наверное, использовать. 17 патронов уже у меня. Раз, два. Ниже. Ой! Ой! Ой, опасно, опасно. Отлично. Слушай, мне нравится, как рассыпается. Классно. Да блин, мать его. Вот этот самый... Да ты издеваешься? Блин, самый бесячий. Меня сейчас убьют. Так, главное, чтобы босса не было. Надо пройти уже. Этот уровень. Аккуратно, аккуратно, я боюсь. А если лучник... Ой! Ой, окружили. Так, что у нас здесь? Тут машина, холодильник. Я могу выйти, по идее. А там что наверху? А зачем нам наверх? Я думаю, наверх нам незачем. А, мы тут не пройдем, да? Мы тут не пройдем. Может быть, взорвать... Нет.
Не взрывается. Так, а как здесь? Выйти я не могу. А зачем? Подожди. Я не понимаю. Тут какая-то загвоздка. Продолжить. А, я на машине! Все, я понял. Я понял, ребятки. Поехали. У-ху-ху, замечательно. Мы на тачке. Воу-воу-воу-воу. А я могу два раза прыгать? У меня жизни не так много. Так, главное не попасться. Последняя жизнь. А, я думаю, я проиграю сейчас. Так, осторожно. Прыгаем. О, нифига себе, я пробил. Едем дальше. У меня опять три жизни. Так, главное просто вовремя прыгать. Почему-то эту я могу пробивать, а другую стену нет. Капец, ой, капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осторожненько, осторожненько. Вроде проехали. Ой, поверху надо. Так, блин, я заново, что ли, начинаю? Постараемся получше сыграть. А я не знаю, блин, а как там дальше-то? Ой, мне кажется, с машиной сложно, конечно. Так, ничего, я думаю, у нас получится. А если мы вниз упадем, сразу, видимо, смерть, да? Так, тут поверху. Отлично. А, вот тут. А, не, мы же не сначала начали. Ребята, нам как раз хватает на револьвер. Давайте купим. О, там дальше игл будет. Вот, ну пока они не открыты. Наверное, во второй главе откроются. Последний, 8-й уровень. Наша тачка взорвалась, ребята. Мы врезались. Все, она больше не работает. Ну ладно, пойдем так. У меня крутой револьвер, сейчас посмотрим, насколько он крут. Так, потихонечку идем. Раз, два, три. Раз, два, три. Отлично. Блин. Не хватило скорости пистолета. Не, ну, по-моему, лучше. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Ой, ребята. Мать его, босс! Это босс! Это босс, да? Фига себе, здоровый. Уходим. Мы его ранили. Ой-ой. Ребята, я думаю, немножко осталось. Ну иди сюда. Нет, не иди сюда. Дробовик. Отлично. Ууу, нормально, денег нам дали, нормально. Это не босс, это, видимо, мини-босс какой-то. Громила, охренеть. Вот это да. Вот это очень здорово. А будет еще громила? Все, мы прошли? Так это и был босс, что ли? Это был мини-босс, я так понимаю. Первую главу мы прошли, ребятки, все 8 уровней. И приятная новость. Оказывается, вторая глава нам уже доступна. 9, 10, 11, 12 уровень. Также 13, 14, 15 и 16. Это будет в следующем видео. Будем по 4 уровня проходить. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Так что, как минимум, у нас будет 4 серии уже по этой игрушечке. А быть может, пока мы это все дело пройдем, разработчики уже третью главу выпустят. Мне интересно посмотреть на финал, какой он будет. Но разработчики, я думаю, прям взялись за данную игрулечку. Это очень здорово, спасибо вам большое. Всем пока, ребят, до новых встреч. Подпишись на Доридии и нажми на колокольчик, это обязательно.